Дорогие мои любители шитья, случилось так, что этим летом мне понадобилось шить платье для моей любимой подружки Оли. И я решила показать вам весь этот процесс. И в сентябре месяце я буду выкладывать на YouTube то, что у меня в результате получилось. Но хочу вас сразу предупредить, чтобы вы не относились к этому как к какому-то процессу учебному, потому что все, что учебное, оно должно быть записано несколько в ином формате. Но не все, может быть, мне удалось сделать так подробно и настолько подробно, как мне бы хотелось, потому что сроки нас поджимали. И поэтому получилось то, что получилось. Не судите строго. Не ждите от этого подробнейших каких-то историй, но я думаю, что то, что у нас получилось, тоже может быть вам показаться очень интересным и в какой-то степени полезным. Приятного вам просмотра, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всегда ваша Галина Коломейко.